В рамках проведения оперативного профилактического мероприятия «Антикриминал» люберецкие полицейские проверили строительные и торговые объекты. По выявленным нарушениям сотрудники органов внутренних дел составили около 200 административных протоколов. В частности, к административной ответственности полицейские привлекли 9 нелегальных мигрантов за нарушение правил въезда на территорию Российской Федерации. На них наложен штраф в размере 5000 рублей с выдворением за пределы страны. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативные мероприятия, направленные на устранение и задержание злоумышленников, подозреваемых в организации незаконной миграции. Анна Троян, телеканал ЛРТ.